Это самые ужасные находки, которые делали люди. Посмотрите на вот эту карту. На ней отмечены люди, которые пропали без вести. На протяжении нескольких лет никто не мог найти тела и даже вещи этих пропавших людей. Пока один из сыщиков не додумался посмотреть на еще одну карту. Это карта с самыми глубокими и неизведанными пещерами. И если вы еще не врубились, к чему я клоню, посмотрите на то, что будет, если положить одну карту на другую. Точки на этих картах совпадут. В 2010 году внимание полицейских привлек вот этот заброшенный дом семьи Маркинс. К нему иногда подъезжал черный Мерседес всего лишь на несколько часов, но при этом никто в этом доме не жил. И каждый раз, когда полиция приезжала, черного Мерседеса уже не было, а при обыске дома они ничего не находили. Прошло 10 лет, и по какой-то случайности в подвале этого дома тусовалась группа подростков, которые нашли там спуск в еще один подвал. А в этом подвале спуск в еще один подвал. Так вот, в этой комнате они нашли кровати, тарелки и ремни, которыми привязывали кого-то к кроватям. То есть все эти годы Мерседес не просто так подъезжал к этому дому.